начала нашего путешествия. Саша сейчас будет грузиться на баржу, которая называется Мурманск. Вот еще немного. Отец хоть песни тут поет. Чудо-юдо, да. И поплывет Саша. А в субботу мы с ним встретимся. Пятнадцать машин будет на барже. Ветерок не очень холодный, так что я думаю, не замерзнет. Они сейчас разгружают, растаскивают машины, как удобно будет встать. Они в три ряда ставят машины, Ген. Там не новичок. Это я новичок. Мы так снимем сейчас. Ага. Ну вот. Саша на барже. Встретимся мы с ним в субботу. Он меня встретит в Ухте. Ну вот, мы готовы к отплытию. Сейчас поднимут мостик. И поедет Саша вперед по реке Уса. Где он? Он уже в машине. Мурманск. Ну не очень, я скажу, паром. Не столько паром, сколько руководство парома. Сейчас лебедка поднимет. Начало путешествия начинается. А здесь встречают, здесь вон еще грузовые люди тоже отправляют. И пошел. Счастливого плавания! Пока-пока! Пока-пока! До встречи!